Наука. Ушедший год был признан самым теплым, побившим все рекорды за все время наблюдений за природными явлениями. Большинство специалистов считают, что потепление есть результат наличия в атмосфере парниковых газов, которые вызывают повышение температуры, а это приводит к таянию ледников и к изменению уровня мирового океана. Кроме того, вернулся феномен Эль-Ниньо. Но есть и те, кто полагает, что такие объяснения недостаточны. И даже без влияния Эль-Ниньо прошлый год был бы самым теплым. Но Эль-Ниньо, разумеется, способствовал еще большему повышению температуры, не будучи при этом определяющим фактором. Всемирная метеорологическая организация, специализированное межправительственное учреждение ООН в области метеорологии, подтверждает полученные НАСА сведения. Температура выросла примерно на 1 градус по шкале Цельсия. Да, это был самый теплый год. Сравнивать его не с чем, при этом видна тенденция. 5 лет подряд продолжалось повышение температуры, и очевидно, что последняя декада выдалась самой жаркой за все время наблюдений. Повышение температуры означает увеличение испарения воды, что приводит к осадкам, увеличению количества ураганов и к увеличению их силы и длительности. А в общем и целом мы можем сказать, что ожидаем и такие явления, как продолжительная засуха и обильные осадки. Нам нужно понять, что выше температура уже подниматься не может. Ее удержание в пределах хотя бы 2 градусов по шкале Цельсия принесло бы благоприятное изменение. Все представители стран-участниц глобального саммита по климату в Париже после длительных переговоров утвердили новое рамочное соглашение ООН, определяющее нормы выбросов парниковых газов после 2020 года.